Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы приступаем к чтению достаточно общей теории управления. Это стержень концепции общественной безопасности, мертвая вода. Этот курс по достаточно общей теории управления очень важный. Надо разобраться с теми процессами, как осуществляется управление не только в социальной среде, в обществе, но и вообще все процессы в мироздании. То есть это вообще интересный курс. И тот, кто владеет достаточно общей теорией управления, основными элементами достаточно общей теории управления, тот хорошо разбирается в происходящих процессах, ему понятны механизмы, как, что происходит, причины, следственные связи. Ну и начнем мы рассмотрение этого курса с задач, которые решаются достаточно общей теорией управления, то есть терминологическим аппаратом. Первое. Теоретический аппарат достаточно общей теории управления – это наиболее общий аппарат для описания всех процессов. С помощью терминологического аппарата достаточно общей теории управления можно описывать общеприродные процессы, биологические процессы, технические процессы, социальные и так далее. Терминологический аппарат позволяет стоять на фундаменте всех частных наук, кто пользуется этим аппаратом. Он позволяет входить в любую науку. Я могу сказать, что когда освоив аппарат терминологической достаточно общей теории управления, можно читать учебники по другим предметам, и будет понятно, о чем там идет речь. Можно не разбираться там в каких-то специфических терминах, но о чем идет речь, очень просто можно входить и в химию, и в биологию, и уж тем более в социальные процессы. Он позволяет найти общий язык со всеми специалистами. Ведь сейчас проблема какая? Каждый специалист из своей системы знаний, узковедомственный, он не может найти общего языка со специалистом из другой области знаний. И даже когда встречаются математики, то есть специалист в одном разделе математики, он не понимает того, что говорит специалист в другом разделе математики. Я уж не говорю о физиках и лириках, то есть гуманитарии вообще не понимают технарей. А терминологический аппарат достаточно общей теории управления позволяет общаться на общем понятийном аппарате для специалистов различных знаний. Достаточно общая теория управления рассматривает общее в содержательной стороне самых разнообразных процессов управления. И общее, это дело предметно-образного процесса мышления. Поэтому, исходя из этого, тезис тех сторонников концепции общественной безопасности, которые понимают этому, они говорят, а мы никому ничего не доказываем, потому что мы даем эти знания, а каждый он их принимает, либо не принимает, потому что предметно-образное мышление таково, что либо человек воспринимает все это, либо, как в песне поется, им не дано понять у лозы, помните такая, на маленьком плоту, что вдруг со мною стало. То есть, да, и некоторые не понимают этой целостности. Поэтому, в принципе, достаточно общей теории управления, ее, вообще говоря, надо преподавать с детских лет. Сейчас такие методики нарабатываются, я уж не говорю о том, что достаточно общую теорию управления надо давать обязательно во всех вузах. И, как правило, надо давать на первых курсах с тем, чтобы потом, владея пониманием процессов всех, люди могли, студенты, оценивать происходящее уже в различных сферах деятельности общества. В достаточной общей теории управления говорится о том, что есть иерархия управления. И здесь что важно отметить.
Управление, если вдуматься в сам смысл, то есть управление, то есть это право. И второй элемент – воля. Управоление, то есть без воли не может быть управления. А воля – это свобода в понимании. Вот, кстати, разница в понятийном аппарате. Что такое свобода и что такое воля? Вот если помните, Стенька Разин и Шукшин написал роман такой: «Я пришел дать вам волю». Значит, а не свободу. Потому что если говорить о свободе, то надо дать определение, что такое свобода. Ведь свобода у человека заканчивается его рецепторами. То есть человек свободен воспринимать окружающий мир кончиками своих пальцев, зрением, слух, обоняние, осязание. То есть он воспринимает окружающий мир, и в этом он свободен. И одному яркий свет, другому недостаточно, одному кислое, а другому не кислое, одному сладкое, а другому не сладкое. То есть вот свобода заключается в восприятии человеком окружающего мира. А далее уже человек не свободен. Почему? Потому что он живет в обществе, и все, в принципе, уже за него как бы создано. То есть он не может на кинокамеру сказать: передо мной стоит корова. Вот. Поэтому свобода заключается именно в восприятии человеком окружающего мира. А оценку он уже дает, сообразуясь со всей той культурой, в которой он находится. И задачи управления решает разум. И разум бывает как индивидуальный, так и соборный. О соборном разуме мы поговорим чуть позднее, но пока ограничимся вот этим тезисом. И задача управления по отношению к иерархически низшим системам, значит, вернее, задачи управления могут быть либо задачами управления, либо задачами самоуправления. И вот задачи управления, они решаются по отношению к иерархически низшим системам. Ну вот применительно к мирозданию, здесь картиночка такая простенькая нарисована. Смотрите, вот есть человек, он живет на планете Земля. Планета Земля, она существует в Солнечной системе. Вот, значит, а Солнечная система существует во Вселенной и так далее. Вот в иерархии мы будем поднимемся до иерархически наивысшего объемлющего управления. И что получается? Давлеющие факторы среды, в которой живет человек, то есть система биологическая, биосфера, она давлеет над человеком, то есть она как бы управляет им. Скажем так, если не будет на Земле кислорода в атмосфере, человек погибнет, погибнет. А кислород откуда вырабатывается? От листиков деревьев, из школы мы изучили. А листики почему существуют на деревьях? Потому что солнышко светит. То есть, оказывается, солнышко оказывает свое управляющее воздействие на биосферу. Ну и так далее. А солнце колеблется, значит, во Вселенной. Поэтому вот даже здесь, на таком простейшем примере, видно иерархию управления. И тот, кто пытается противостоять этой иерархии, ну, против, опять я уже вот говорил, против Бога не попрешь. То есть то же самое можно привести другие примеры из других сфер жизни, в том числе людей. Задачи самоуправления. Это когда вот в пределах иерархически высшего объемлющего управления решаются, ну, например, задачи руководства какой-то фирмы, там, завода, государства, значит, на планете Земля. Но ежели эти вопросы решаются в ладу с иерархически высшим объемлющим управлением, одна ситуация. Ежели не в ладу, тогда другая ситуация. Тогда как у Блока и Дикой Сказкой был для них провал и Лиссабоны, и Мессины. Вот, поэтому любой процесс в мироздании можно представить как процесс либо управления, либо самоуправления. Но поскольку люди, которые соприкасаются с концепцией общественной безопасности, самые разные, и очень многие из них вообще не представляют, что такое управление, что такое объект управления, субъект управления. Технари-то это быстро понимают, а вот люди, связанные с гуманитарными дисциплинами,
Они, для них это сложно. Вот мы рассмотрим самую простейшую схему управления. Ну, все знают схему управления автомобилем. Вот есть автомобиль, это называется объект управления. Есть водитель, который управляет этим автомобилем. Это называется по-научному субъект управления. Значит, водитель нажимает на педали ногами, руками на кнопки там нажимает, руль рулит, как детишки говорят, значит, управляет автомобилем. Вот это прямая связь, то есть прямое управляющее воздействие, это называется прямая связь. Значит, зрением, слухом, обонянием человек оценивает состояние автомобиля. То есть он смотрит на щитки приборов, вот, глазами, и видит, ага, бензина столько-то, скорость такая-то. Значит, он смотрит то же самое на дорогу и видит ухабы там какие-то, светофор, вот оценивает обстановку на дороге. Вот это все называется обратная связь. Значит, ну, зрение, вернее, это вот зрение, то, что очевидно, слухом он слышит, как автомобиль там, двигатель нормально работает, стучат подшипники, не стучат, или еще что-то, осязание, бензин протекает где-то, или там запахи какие. Вот, то есть он оценивает, вот это все называется обратная связь. Поскольку автомобиль едет не в безвоздушном пространстве, хотя и там тоже есть среда, то есть дорога, есть дождь может идти, туман, там, светофоры, вот все, что вокруг автомобиля, соседние объекты, это называется среда. То есть автомобиль идет в среде. И вот посмотрите, значит, с точки зрения вот этого. Итак, а это объект управления, вот водитель, субъект управления. Вот это красным прямая связь. Это управляющее воздействие. На выходе результат получается. Значит, результат оценивается субъектом управления. Это называется обратная связь. Вот вам схема. Ну и поскольку все это действует в некой среде, дождик идет, там туман, милиционеры, ухабы на дороге, еще что-то. Значит, вот все это называется окружающая среда. Вот здесь, смотрите, самая общая схема управления какая? Есть объект управления, субъект управления, есть среда, есть управляющее воздействие, результат, обратная связь на объект управления. Вот в самом общем виде схема. Но важно понять еще что. Вот, а где здесь, вы скажете, иерархия управления? Она есть. Вот давайте просуждаем. Едет водитель «Жигулей» на рынок. Ну и можно вот как бы ограничить рассмотрение. Он поехал за продуктами. А почему он поехал, водитель? А оказывается, ему жена приказала, ну-ка, Вася, давай езжай, у нас продукты закончились. То есть получается, что Вася выполняет указания вышестоящей структуры управления. А почему жена приказала ехать за продуктами Васе? А потому что продукты кончились. А почему продукты кончились? А потому что денег не было. То есть, оказывается, а почему денег не было? А потому что на фирме зарплату не выдавали. А почему на фирме зарплату не выдавали? А потому что продукцию нельзя было сбыть, ее никто не покупает. А почему не покупают продукцию? А потому что иностранные продукты лучше, значит, там видеомагнитофон или еще чего-то. Так мы с вами, если будем подниматься вот по этой иерархии, мы дойдем до глобальной политики, это вот с точки зрения экономики. То есть вот эта иерархия управления обязательно нас приведет к определенной структуре, оказывается, неуправляемых процессов нет. То есть то, что на первый взгляд кажется случайностью, на самом деле вписано в определенную иерархию управления. Вот тоже это надо знать. Схема управления в обществе. Ну вот... Человек, он является объектом управления со стороны общества. Если вот посмотреть на любой процесс, это, значит, ну, начнем вот с простейшего, поскольку мы будем говорить не о каких-то абстракциях, а в первую очередь людей интересует то, что происходит в жизни нашего общества, то вот есть человек, на него управляющее воздействие, передача информации оказывает, что семья, друзья, значит, начальники,
культура, система образования, книги и так далее. То есть все общество, которое несет определенную культуру с ее нравственностью, оказывает свое управляющее воздействие на человека. На выходе получается результат. Результат оценивается или не оценивается. Вот если обратной связи нет, мы с вами, если вернуться к прежней картинке, то там получается что? Для чего обратная связь нужна? Чтобы система работала устойчиво, надо знать на выходе, какой результат. Если водитель не будет наблюдать за тем, что у него бензин на исходе, да, то автомобиль встанет, и он дальше не поедет. То есть надо же следить за состоянием. Если он не видит, что впереди яма или, значит, светофор красный, он в аварию попадет. То есть надо всегда оценивать качество своего управления. Это вот есть обратная связь. То есть если нет обратной связи, система гибнет. Так вот и здесь, значит, общество воздействует на человека, на выходе результат. А теперь давайте скажем, а вот наше все общество оценивает, значит, каких людей она готовит. Вот журналисты, которые оказывают свое управляющее воздействие, они даже не понимают, что они оказывают это воздействие. Я уж не говорю о результате своего управляющего воздействия. То есть нет оценивания. Значит, но надо понимать, что вот эта схема, она действует в пределах иерархически высшего управления. То есть по отношению ко всей этой системе действует на нее и среда обитания, это леса, моря, реки, значит, колебательные всякие процессы, значит, питание, вода, все это оказывает на человека, ну, вплоть до Бога, который оказывает свое воздействие. Как, собственно, он оказывает воздействие и на общество. То есть вот это вот иерархически высшее объемлющее управление. То есть надо всегда помнить, рассматривая и вычленяя любую схему управления, надо помнить, что она, эта схема, действует в пределах иерархически более высшего объемлющего управления. Вот. Это человек управляется со стороны общества. Так обществом управляет, значит, вот каждым отдельным человеком. Теперь общество само. А обществом кто-нибудь управляет? Да. И мы говорим, что свое управляющее воздействие на общество оказывают государственные органы власти. То есть путем создания специальных законов, указов, там, принятия решений, выработкой каких-то определенных структур. Все это оказывает на общество определенное воздействие. Надо жить так, а не иначе и так далее. Вот. Средства массовой информации, все это оказывает на общество в целом свое управляющее воздействие. На выходе тоже результат некий, хороший или плохой, это большой вопрос. А теперь опять к вам вопрос. Как вы считаете, вот наше государство, в котором мы живем, оно сейчас оценивает получаемый результат или не оценивает? То есть есть ли обратная связь? То есть они понимают, те, кто управляют общественными процессами, что происходит? К чем, куда идет общество, что они на выходе получают. Подумайте, домашние задания, не буду вот раскрывать все эти, дальше мы посмотрим, значит, более подробно эти вещи. А дальше смотрим, как формализовать вот этот процесс управления, который происходит в обществе. Управление всегда предполагает субъективный выбор цели управления. То есть вот если есть некий процесс, ну давайте для примера, всегда будем на примерах, хотя в принципе можно любой процесс в мироздании, управление там электроном, или молекулой, или планетой, или кометой, и к этому подойдем. Но мы будем брать в основном примеры из нашей жизни людской. Вот школьник, сейчас, кстати, они сдают экзамены, июнь месяц, выпускные экзамены. И вот школьник, он учился, то есть был в каком-то процессе, и сейчас многие школьники, закончив школу, стоят перед выбором, куда пойти. И перед ними множество вариантов, то есть они могут выбрать цель. Один говорит, я пойду служить в армию, другой говорит, я пойду служить там, в милицию, третий говорит, а я пойду учиться, четвертый говорит, а я пойду, вот значит,
будут на заводе работать и так далее. Вариантов много. А выбирает каждый в зависимости от, ну, своего понимания и своей нравственности, вообще своих интересов. То есть зависит это от индивидуальности человека. Значит, и субъективный выбор цели своей, он делает из множества объективных возможных вариантов развития процесса. И надо помнить, что вот на этот процесс дальнейшей жизни человека оказывают воздействие многие факторы. Это и благополучие в семье, то есть может ли вот кто-то учиться, то есть позволят ему финансы. Значит, советы родителей, значит, обстановка в городе, есть ли работа в городе или нет. То есть множество факторов оказывают вот на развитие этого процесса свое влияние. Поэтому, если известны вот управление этим процессом, возможно, если известны законы существования вот этого самого процесса в окружающей среде, и известны вся совокупность внутренних и внешних факторов, которые определяют вот развитие этого процесса, течение этого процесса. Вот если это все известно, тогда управление возможно. Есть такой вариант, вот он очень интересный. Некий человечек, вот здесь нарисовано, он себе создает иллюзию некого процесса. И если он создал себе иллюзию существования некого объекта, которым он управляет, у него возникает иллюзия управления этим объектом. Но поскольку он создал себе эту иллюзию, то разочарование его будет вполне реальным, то есть пшиком обратиться. О чем иллюстрирует эта картинка? Нельзя создавать себе иллюзий. Вот образ такой, знаете, есть детишки, которые, ну, играют в войну. Они садятся на палку, и даже такие игрушки есть с конской головой. И вот на палке они там машут шашкой и, говорит, играют в войну. И если этого ребенка вот разочаровать, сказать, да у тебя же не конь, что ты тут на обыкновенной палке скачешь. Он, ну, некоторые заплачут, так скажем. То есть вы его, как бы его иллюзию, полет фантазии развеяли. Если теперь вот эту детскую игру перенести на более серьезные вещи, то вот наши демократы, демократизаторы, реформаторы, им мировая закулисье, мировое закулисье, значит, сформировало иллюзию того, что они строят демократию в России. И они действительно поверили, что они строят демократию, значит, то есть скачут вот на той самой палочке, значит, они создали себе иллюзию объекта управления, то есть они создают демократию. У них появилась иллюзия, что они управляют страной. Вот она, иллюзия управления. Но, как видите, разочарование у них наступает вполне реальное. Пшик. Как это сделано? Вот это тоже мы познакомимся. Значит, как формируется иллюзия. Но важно-то понять из этой картиночки, что нельзя создавать себе иллюзии. Потому что управлять можно объективно существующим процессом. Если ты создал себе иллюзию некого процесса, то у тебя может возникнуть иллюзия, что ты управляешь этим процессом. Но разочарование твое будет не иллюзорным, а вполне реальным. И вот сейчас у этих демократизаторов наступает вот это разочарование, пшик. То есть им создали иллюзию, они впали в эту иллюзию, а то, что сейчас происходит, разочарование вполне реально. Следующие вот основные положения, которыми надо руководствоваться и знать, понимать. Задачи управления. По достаточно общей теории управления возможна постановка всего двух задач. Есть задачи управления и есть задачи самоуправления. Что значит задача управления? Это когда мы хотим управлять объектом сами. То есть я вот был командиром полка, я выходил на плац и командовал там
равняясь смирно, там, направо, шагом марш, выше ногу, шире шаг и так далее, там, дистанция такая-то, все. И офицеры, солдаты ходили там торжественным маршем, я сам управлял объектом. А потом думаю, что я буду стоять? Значит, задача самоуправления, она какая? Мы не хотим управлять объектом сами, но хотим, чтобы объект вел себя так, как я хотел бы. Поэтому разработай методику, обучи этой методике командиров подразделений, скажи им, что надо делать, сам ушел, а они будут учить солдат самостоятельно. То есть я сам не командую, не управляю, а объект работает в нужном мне режиме. Вот задача самоуправления. Значит, поэтому любой процесс можно представить вот как задачу либо управления, это когда мы хотим сами управлять, либо самоуправление, когда мы не хотим управлять объектом сами, но хотим, чтобы объект самоуправлялся в приемлемом нам режиме без нашего вмешательства. Вот. Надо это представлять. Дальше надо знать, что всегда существуют три вектора управления. Для решения вот обоих этих задач, и задачи управления, и задачи самоуправления, должно существовать три набора информации. Должен быть вектор целей управления. Что такое вектор целей управления? Это то, что должно быть достигнуто при идеальном режиме управления. Значит, ну, приблизительно скажем так, вот, чтобы на примере не быть абстрактным. Вот, возьмем какой бытовой пример, всем понятный. Значит, вот семья. Ну, семьей, как правило, руководят женщины, и у них их вектор целей какой на месяц? Первое. А вектор цели – это не что иное, как вот список желаний, то есть, что надо достичь при твоем управлении. На первом месте, как правило, ставится самая важная цель, на втором месте – менее важная, на третьем – еще менее важная, и на последних местах – то, от чего можно, ну, отказаться, вообще говоря, без чего можно прожить. Поэтому вектор целей приблизительно выглядит так. Надо накормить всю семью. Ну, то есть, действительно, то есть, если не есть, помрешь. Второе. Надо заплатить за квартиру. Тоже, если не заплатишь, там, за электричество и так далее. Третье. Надо там дочери платье какое-то купить. Ну, и на последнем месте надо, вот, машину хотелось бы приобрести. Вот вектор целей. Вектор текущего состояния. Это что? Это то, что реально мы имеем на данный момент времени. И вот смотрит такая хозяйка семьи, открывает холодильник, а там зима, пустынная зима. То есть, значит, за квартиру зарплату не дали на заводе, значит, или там на фирме, нечем платить за электричество, за газ, за свет там и так далее. Значит, платье то же самое, не на что купить, а уж о машине мечтать не приходится. Вот разница между вектором цели и вектором текущего состояния является вектор ошибки управления. Вектор ошибки управления. Вот. Поэтому при идеальном управлении, если все хорошо, значит, вектор текущего состояния должен совпадать с вектором цели. И тогда вектор ошибки управления будет равен нулю. Это вот в идеальном управлении как должно быть. То есть все вы помните песню такую, марш военно-воздушных сил. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Что это такое применительно вот к вектору, к этим трем целям? Вектор цели – это сказка. Быль – это вектор текущего состояния. И когда сказка станет былью, вектор ошибки равен нулю. Вот то, что происходит, значит. Поэтому, применяя вот все это ко всем процессам, можно оценивать. Ну, например, вопрос такой. Вот самолет, он летит. У него есть цель какая? Он должен перевести пассажиров из пункта А в пункт Б. На втором месте что он? У него цель какая? Он не должен во время полета сломаться. Третья цель. Пассажиры там должны быть целые. Значит, четвертая цель.
их во время полета там надо покормить и так далее. Ну, пофантазируйте. И вот этот вектор цели выполняется. Значит, он по определенному маршруту, значит, израсходовать должен минимальное количество керосина, топлива, значит, то есть лететь по оптимальному маршруту должен и так далее. Вот вектор цели. Вектор текущего состояния. В течение полета все это отслеживается. Отклонился самолет от курса, ветер подул, летчик возвращает его на нужный курс. То есть все, значит, он летит по программе. И вот, когда все это закончено, вектор ошибки его равен нулю. Я для чего это рассказал с самолетом? Можно корабль рассмотрите, можно работу фирмы. Задаю такой вопрос. Может ли государство лететь в никуда? Наверное, не может. Вот если самолет летит в никуда, что с ним произойдет? Если он не знает конечный пункт своего назначения. Значит, что произойдет? Самолет разобьется, то есть кончится бензин, внизу болото, горы или лес, и он, так сказать, потерпит крушение. А наше государство, вот вектор целей, кто из тех, кто смотрит сейчас, значит, по компьютеру или видео, там, магнитофон, вот вы знаете, куда наше государство летит? Что в нашем государстве на первом месте, что мы должны достичь? Какой вектор цели? Кто знает? Никто не знает. Но если мы не знаем вектор цели, то это не значит, что кто-то с более высокого уровня понимания не поставил по отношению к нам свою цель. И если посмотреть это с Гарвардским проектом, сопоставить, то что мы для себя обнаружим? По Гарвардскому проекту, в их векторе целей, как это выглядит? На первом месте мы должны захватить богатство России. Ну, то есть сырье ее и так далее. Второе, цель. Русские не должны понимать, что с ними происходит. Третья цель. Молодежь должна спиваться там и так далее, значит, все. Значит, четвертое. Значит, мужики должны гибнуть от пьянства, алкоголя и так далее. Ну, понятно, да? Значит, и теперь, если мы посмотрим, то получается, что их вектор цели выполняется по отношению к нам классно. То есть, наше богатство на запад рекой льется газ, нефть, лес, никель там, Норильский и так далее. Причем народ ничего не понимает, что происходит. Мужики спиваются, то есть цель достигнута. Почитайте директиву 20/1 от 18 августа 1948 года, материалы Гарвардского проекта. СССР должен быть расчленен, первая фаза выполнена, вторую готовят. То есть вектор текущего состояния, все. И это, так сказать, вектор ошибки управления их высокий. Если вспомнить при Сталине, вот мы на прошлых лекциях уже говорили, при Сталине в государстве какой вектор целей был? На первом месте. Значит, образование всем. Все дети всеобщие там сначала было, я помню, сестра моя училась. 7-летнее, потом 8-летнее, потом 10-летнее образование. Потом, промышленность должна быть лучшей в мире. Село должно обеспечивать продовольствием свою страну полностью, экологически чистыми продуктами. Армия должна быть самая могучая. Наука должна быть самая передовая. И это все декларировалось. И все это реализовывалось. Вектор ошибки был такой, что, как Высоцкий пел, было время и цены снижали. А как раз в ценах, в стоимости товаров и услуг выражается вектор ошибки. То есть при хорошем управлении цены должны быть равны нулю. То есть, скажем так, вот, ведь откуда берется цена? Это когда чего-нибудь не хватает. Значит, пример такой. Когда места полно было на дорогах, и стоянки были бесплатные, так ведь? То есть ставь автомобиль где хочешь и не плати. Когда дефицит появился стоянок, сразу появилась цена на этот дефицит. Поэтому если бы правители так делали дорожные движения, перемещения, чтобы не было дефицита, тогда и цены на стоянке бы не было. То есть скоро за воздух будем платить при такой вот системе управления, как продавец воздуха, помните фантастический роман Беляева?
А теперь давайте, это вот при Сталине так было, а из него делают монстра, тоталитаризм, Сталин, Берия, ГУЛАГ. А при демократах какая цель у этих, они выставили, продекларировали. Гражданское общество строим, россияне, свободные люди, значит, справедливое общество, права человека всем. Ну, то есть вот, теперь смотрим вектор текущего состояния. Значит, как насчет прав человека? Как насчет свободы? Как насчет демократии? Вопросы есть? Вопросов нет. То есть что, создали иллюзию, помните предыдущую картинку? И вот они эту иллюзию надувают. А результат чего? Пшик. Все эти демократизаторские цели обратились в пшик самый обыкновенный. Вот вам, как с позиции достаточно общей теории управления смотрятся процессы в нашей жизни, как их надо применять. Но я хочу сказать, что это наглядный пример. А вообще говоря, вот для предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, надо всегда сформулировать, ага, что вы хотите достичь, управляя своим предприятием, там, фирмой и так далее. То есть вы должны сформулировать вектор целей, внимательно отслеживать вектор текущего состояния. Ошибка у вас должна сводиться к минимуму. Тогда будет качество управления. Причем важно еще что? А приоритетность целей, что вы поставили на первое место, что вы поставили на второе. Если сместите приоритетность целей, получится совершенно другой результат. Я вот тут, к слову, скажу о некоторых наших сторонниках концепции общественной безопасности, кто вот с кем и приходится работать. Ведь можно как? На первом месте поставить, я все свои силы буду прикладывать для того, чтобы концепция общественной безопасности доводить до людей, там, до общества, стремиться ее претворять в жизнь. На втором месте я поставлю задачу, значит, решить проблемы там, квартиры, еще чего-то, значит, свои как бы личные. И вот в зависимости от того, что ты ставишь на первое, что на второе, зависит успех дела. И у нас многие, вроде бы они и сторонники, как они называют, концепции, а нас на первом-то месте у них как раз, а я вот свои проблемы буду решать, а уж там, где-то на третьем, четвертом месте буду заниматься концепцией общественной безопасности. То есть смещение приоритетов приводит, ну, и к соответствующим результатам. Вот. А ведь ситуация какая? Вообще говоря, сейчас идет война. И если вы сторонник концепции общественной безопасности, надо так поставить. Я на фронте. Как наши отцы и деды говорили. Шли в окопы добровольцами, поднимались и шли в атаку. И вот при такой постановке вопроса, если в векторе цели всех нас будет вот именно так на первом месте, тогда и ситуацию будем менять. А когда... Значит, на первом месте, да я вот тут еще что-то купить надо, там дачу надо, еще что-то, то все. А уж там где-то на третьем, четвертом месте я займусь концепцией общественной безопасности. Вот у вас на выходе то, что мы имеем. Страну нашу чморят, гнобят, народ уничтожают, а мы все вот свои проблемки решаем. Ни одна частная проблема в стране не будет решена, пока мы не изменим в целом концепцию развития нашего общества. Поэтому вот эту задачу надо в своей личной деятельности ставить на первое место. Ну, во всяком случае, я так считаю. Значит, дальше. Ну, здесь вот внизу, это есть разъяснение, значит, то, что я сказал. Вот частные цели, они, здесь видите, на первом месте самая важная цель, то есть приоритетность. Вот. Ну, и здесь тоже это все, в общем-то, поясняется. Следующее то, что важно знать, вот основные элементы достаточно общей теории управления, основной понятийный аппарат, это полные функции управления. Вот полные функции управления, что это обозначает? Тоже очень важно, и сейчас мы потом рассмотрим ее, а потом я поясню на примерах тоже бытовых. Вот полные функции управления означает циркуляцию информации и преобразование информации в процессе управления. То есть вот от самого начала управления каким-либо процессом и до самого конца. То есть вот если вы взялись за какое-то дело, то
то вы вот в процессе этого дела должны все время решать задачи, руководствуясь полной функцией управления, до тех пор, пока вы свою задачу не решите. Что такое полная функция управления? Это система стереотипов, то есть трафаретных привычных действий, отношений и преобразований между информационными модулями вот этой системы. То есть всегда, когда вы смотрите на любой процесс, мысленно всегда держите вот ту схемку, которую мы с вами уже рассмотрели на предыдущих слайдах. И что бы вы ни рассматривали, схема должна выглядеть так. Ну вот здесь на примере самолета. Вот самолет, это объект управления. Летчик, субъект управления. Среда, прямая связь, результат, обратная связь. Можно сказать так. Это семья, руководитель семьи, там, ну, в зависимости от того, как правило, это жены там командуют, матриархат. Вот, значит, вот она субъект управления. Если это государство или фирма, вот фирма, завод там, это руководитель фирмы, он управляет. Государство, это государственные органы, глава государства. И вообще говоря, можно говорить о человечестве. Можно говорить так, планета, Земля. Землей управляют ритмы космоса, вся Вселенная. Так можно выйти и на Бога, то есть вот любую схему, то есть и на микроуровне. Электрон – объект управления, ядро атома, оно притягивает этот электрон. Ну так, примитивно, я, конечно, понимаю. Значит, то есть вот это закон тяготения, управления, то есть электрон-то не оторвется от ядра. Значит, вот эти все процессы можно рассматривать на любом уровне, на любом уровне. В том числе лучи солнца, цветочек, солнышко. Солнышко взошло, цветочек распустился. Солнышко зашло, цветочек завял. То есть все процессы, объект, субъект, всегда держите вот это вот. Я уж не говорю про автомобили там и так далее, все, велосипеды и прочие все явно выраженные объекты управления, станок и так далее. То есть вот это... То есть полная функция управления – это система привычных стереотипов, отношений и преобразований между информационными модулями вот в этой системе, на основе которых осуществляется управление вот этим объектом. А что это за информационные модули? А здесь мы должны вспомнить, что? А первую лекцию – триединство материи, информации и меры. Любая вещь материальна, вещь любая – имеет упорядоченность, информацию, и она наделена мерой. Один фрагмент Вселенной передает другому фрагменту Вселенной информацию, наделенную мерой, в результате чего другой фрагмент Вселенной меняет свое информационное состояние, это информационное состояние в ту или иную сторону изменяет меру этого элемента, что приводит к новому материальному содержанию этого элемента. Вот, то есть, к чему мы говорим? Любая передача информации от одного элемента к другому есть управляющее воздействие. Вот что я сейчас делаю, говоря в кинокамеру? Я управляю теми людьми, которые будут это смотреть. Таким же образом управляют учителя, вожди партии, там, иерархи церкви. Но разница между мной и ими какая? Я об этом говорю открыто, а они говорят, не, я что управляю? Я вам советую, как астрологический прогноз он закладывает туда. А человек, получив эту информацию, он же вынужден ей руководствоваться. Все. То есть он вроде бы и незначительно сказал, а получается, что он управляет. И тот, кто понимает вот это вот, это одна сторона вопроса. А если ты делаешь это в обход сознания, не говоришь людям, то ты лжешь. То есть говоришь неправду, делаешь нехорошо, мягко говоря. Поэтому мы и говорим, что все процессы в обществе, понимает это, не понимает. Учитель управляет учениками. Поп, сам воно, говоря проповедь там, он управляет своей паствой. Все процессы управляемы. Вот. Значит, поэтому управление вот
говоря о полной функции управления, есть некие информационные модули, с помощью которых вот это все осуществляется. И управление по полной функции управления предполагает, смотрите что. Вот здесь нарисована голова человека. И вот язык. Ну, в армии такой есть армейский афоризм. Прежде чем нижняя часть головы, вот этот язык, что-нибудь скажет, верхняя часть должна подумать. Вот что должна подумать верхняя часть головы, прежде чем нижняя часть что-нибудь сказала? Она вот что должна иметь представление. Первое. Она должна оценить состояние объекта управления. Это вот первый информационный модуль. Надо держать в голове. Вот если мы правим, например, автомобилем тем же. Ну, давайте на примере автомобиля. Значит, вот водитель здесь, он нарисован. Значит, и он должен, ага, я знаю, вот автомобиль, я им управляю, я знаю его состояние. Второе. Он должен знать свое собственное состояние. Свое собственное состояние. То есть, как я себя чувствую. Сердце у меня не шалит, а вдруг это же что? Вот вы знаете случаи, когда у водителей там сердце отказывает, и он, водитель автобуса, гробит жизни многих людей. То есть, если ты выпил и сильно, то за руль вообще садиться не надо, ну и так далее. То есть, надо знать собственное состояние. Дальше, что надо знать? Надо знать состояние соседних взаимодействующих объектов. Ага, слева от меня машина обгоняет там и так далее. Вот. Дальше что надо знать? Состояние окружающей среды. Что это предполагает для водителя? Дождь идет или гололед на дороге, там, или снег. То есть надо тоже соразмерять свои действия с состоянием окружающей среды. Дальше что надо знать? Надо знать состояние управляющей структуры. Какая управляющая структура? А вот милиционер стоит, светофор зажегся. То есть ты пренебрегаешь, вот красный свет, а для тебя его нет. Бамс, врезался, значит, авария, то есть тоже надо знать. Указания и ограничения более высших структур управления, то есть, а ты чего едешь-то? Ты свою задачу выполняешь, или тебя, значит, послали на базар за овощами, там, или начальник приказал тебе отвезти какие-то бутылки там пустые куда-то с одной базы на другую. То есть иерархия управления, опять же таки. Ну и, наконец, это вот все понятно. И самое вот здесь, видите, семерка. Один водитель, если увидел на дороге зазевавшегося щенка, он притормозит и даст ему убежать. А другой водитель, мать родную, переедет и не остановится. Вот это называется развлечение, то есть связь, то есть совесть, развлечение методологии. Значит, и вот это все... Каждый человек, если он хочет сам, конечно, управлять, он должен уметь держать все это в голове, вместе. То есть получается вот семь этих. Значит, наукой установлено, что человек может одновременно отслеживать, ну, в своей головой 7-9 процессов. То есть вообще говоря, вот эта вот задачка управления, она доступна любому человеку. Если человек не в состоянии держать одновременно и отслеживать развитие вот нескольких процессов, вот всех перечисленных одновременно, такой человек просто не имеет права управлять. А теперь перекинем мостик к практике. Пьяный, он может отслеживать все это или нет? Нет. Поэтому управлять автомобилем-то в нетрезвом виде нельзя. А государством тем более. Поэтому мы видели этого пьяницу-алкаша Ельцина, который там оркестрами дирижировал в Германии. Поэтому мы в концепции общественной безопасности говорим, управленцы не имеют права. Просто, значит, это нельзя, это недопустимо. Как не имеют и другие люди. Да и вообще, если уж на то пошло, то первое, что отсекается, это вот развлечение нет. Пьяный да сонный не свою думу думает. Значит, вот, ну, это, я думаю, очевидно. Вот вам полные функции управления с точки зрения вот этих информационных модулей. Здесь много чего из этого следует. Значит, учиться держать одновременно все мысли. Вот у Пушкина опять формула какая. Блажен, кто точно
словом, крепко словом правят и держат мысль на привязи свою. То есть, а в том информационном состоянии, свяжите вот все, что я рассказал, с законом времени, когда события, значит, явления в жизни людей меняются часто. Человек должен быстро оценивать эту ситуацию. Значит, и если ты не способен, не владеешь методологией, ты не будешь все дело отслеживать. Поэтому воспринимать вот это все вместе можно только обладая развлечением и быстро отсекая нужное от ненужного. Ведь даже, скажем так, если взять того же водителя, есть первостепенные вещи, на которые водитель должен обращать внимание, а есть множество второстепенных факторов, которые не определяют успешное выполнение водителем задачи. Так ведь? Так. Так вот, водитель может, ну так скажем, ехать, и тот, кто вот не умеет этого развлечения, он мячик покатился, еще чего-то там, птичка там где-то, то есть и он врежется. То есть есть посторонний фактор, он должен умело самоуправлять собой. То есть держать вот на привязи мысль-то свою. Значит, говоря об общественных процессах, руководители государственного уровня должны уметь сопрягать вот эти все процессы состояния государства, сколько там всего возможного, соседних государств. Значит, знать глобальную политику, как она осуществляется, иерархию управления, быть в ладу с Богом. А у многих вообще понимание, то есть Бог это вот со свечкой в качестве подсвечника в церкви постоял там у Лужков, и на этом все кончилось. Храм Лужка Спасителя построил, и думает он с Богом. Это совсем не так, далеко не так. Вот. То есть это очень серьезная штука. И руководитель, если он хочет сам управлять, он должен уметь вот это все держать вместе в голове. Но полная функция управления – это еще и последовательность действий. Это не только вот то, что мы с вами рассмотрели. Вот на этой картиночке нарисована эта последовательность действий. Что здесь показано? Первое. Надо уметь опознавать фактор среды, который воздействует на вашу систему. Ну вот здесь нарисован самолет. Вот представьте, вы летчик, вы летите. Хотя можно взять что угодно. Можно государство, фирму, тот же самый автомобиль. Можно семью взять. Можно вашу завод там. Все, что хотите. Опознавание фактора среды. Вот самолет. Подул порыв ветра. Надо, чтобы вся система и летчик понимали, что на него дует ветер, а не снаряд летит. Или по нему пущена ракета, которая сбивает самолет. А что это? Дует ветер. Второе. Надо, чтобы летчик каждый раз при порыве ветра не вздрагивал, что его самолет качнуло. Надо сформировать стереотип распознавания этого фактора на будущее. Это делают, ну вот в частности для самолета, это режим автопилота действует. Дальше что? Обязательно должно быть формирование вектора целей в отношении каждого фактора, воздействующего на систему, и внесение его в общий вектор целей. Ну и вы помните, вот он здесь список нарисован. На первом месте самолет должен благополучно перевезти пассажиров. Во время перелета он должен не отклониться от маршрута. На третьем месте там, значит, минимум расхода топлива. На четвертом там груз должен быть сохранен и так далее. Должен отработать порывы ветра и много-много там в списке, вот в этом векторе целей, множество частных целей. То есть вот формирование вектора целей. Дальше что? Надо, теперь хорошо, вот мне это все надо сделать. А дальше возникает вопрос, а как это сделать? Поэтому на этот вопрос, как, отвечает следующий, четвертый пункт. Формирование целевой функции. Это вот в математике такое, есть прикладной математике, есть такой термин. Ну или проще говоря, концепции. А концептио, значит, если перевести применительно вот к нашей системе, русский язык это замысел управления. То есть как достичь намеченной цели, как сказку сделать былью. То есть как надо взлетать, по какому маршруту лететь, там, значит,
как должны вести себя пассажиры, значит, где надо повернуть, где надо, значит, что сделать. То есть все-все вот это вот, значит, рассмотреть концепцию управления. Пятое. Надо организовать структуру, которая бы все это реализовывала. То есть надо отслеживать подготовку пилота, надо, чтобы радары следили за пилотом там, ну и так далее. Аэродромы, чтобы были готовы. Значит, то есть целая структура, которая бы обеспечивала управление полетом самолетом. Дальше что? Надо, чтобы был контроль за деятельностью структуры в процессе управления. Ну и тут, начиная от министерства, там раньше, сейчас это там называется АО, раньше это было Министерство гражданской авиации и так далее. Значит, там и подготовка летчиков, и экзамены сдавали, и контроль осуществлялся, и допуск и так далее. Седьмое. Поддержание работоспособности структуры. То есть надо осуществлять переподготовку летчиков, ремонтировать самолеты, значит, продлевать их ресурс там, значит, ну и так далее. Или ликвидация, если структура стала не нужна. Вот это все и есть полная функция управления. Вот пункты 1.7 всегда присутствуют, если ты работаешь и хочешь управлять объектом сам. Значит, по полной функции управления. Если ты что-то не делаешь, вот из этих пунктов, твоя система разрушится. Рано или поздно. Ну, действительно, давайте скажем так. Вот взлетел, на тебя порыв ветра подул, а ты не знаешь, что это ветер. Или на тебя ракету пустили, а ты, значит, ты вообще, это не моя, я знать ее не хочу. Значит, самолет погибнет. Дальше. Если не определил или изменил приоритетность векторов целей, значит, то... Ну, так скажем, даже не определил, а куда ты летишь-то? Вот я уже задавал вопрос, может ли самолет лететь в никуда? Не может, то есть он рано или поздно разобьется. Если не разработана концепция управления, то ты, значит, не знаешь, как сделать, как, значит, обеспечить герметизацию самолета, значит, как сохранить там пассажиров и так далее, то тоже, так сказать, не выполнишь поставленную задачу. Если нет структуры управляющий, то тоже, значит, ты не получишь сведений, где ты находишься, как там и так далее. Ну, то есть, я думаю, вот это вот понятно. Значит, поэтому, если человек, руководитель, хочет управлять объектом сам, он должен всегда вот самостоятельно решить все эти 7 пунктов. Полная функция управления может быть реализована только в интеллектуальной схеме управления, которая предполагает творчество системы управления. То есть руководитель, он обязан решить такие моменты, вот здесь они перечислены, смотрите, выявить факторы среды, которые воздействуют на его систему. А как выявить? Если у тебя нет творческого подхода, ты не выявишь, что на тебя воздействует. Конкурирующая фирма там и так далее. Значит, или государство, или если ты не понимаешь глобальной политики. Формирование векторов целей. Формирование векторов целей. Что это такое? Тоже творческий процесс. То есть руководитель должен сесть и подумать, ага, я должен сначала это сделать, потом... Нет, я сначала это должен сделать. То есть это творчество. Формирование концепции управления. То есть как все это сделать? Какими силами, какими средствами, по какому маршруту лететь, как людей расставить, значит, совершенствование методологии прогноза, управление вот этим процессом. То есть это все предполагает творчество. А творчество предполагает наличие интеллекта, то есть способность самому вырабатывать, мы об интеллекте еще попозже поговорим, самому вырабатывать новые информационные модули. Вот если... Кто-то этого всего не может тоже делать, то это бесполезно. Такой управленец, не управленец. И если говорить теперь опять же таки по нашей стране, вот почему мы еще не рухнули, да? Значит, опять задаю вопрос. Куда мы летим, знаем? Не знаем. По какой концепции работаем? У нас есть какая-то концепция? Нет, мы ничего не знаем. Значит, ну это не знают, что это не знают наши супостаты.
И мы еще не разбились потому, что по отношению к нам действует их иерархический уровень. То есть идет управляемая катастрофа. То есть нас, значит, уничтожают вот методом холодной войны. Ну, пример дальше хочу сказать. Вот сейчас правительство Фродкова очередное. До этого было там, начиная с перестройки, Силантьев, помните, был, Силаев еще, который Рыжкова сменил. Ну, можно и Рыжкова Николая Ивановича, а ему тоже это все доводилось. Встречался, 40 минут ему рассказывал. Значит, и недавно встречался с ним на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП. Вот, значит, Касьянов, ну вот сейчас Фродков. Вот что за годы всех реформ с точки зрения полной функции управления в нашей стране делалось? Какие реформы были? Что делалось в соответствии с полной функцией? А делалось что? Менялась всего лишь структура. То есть они меняли бирки на кабинетах, то есть одни ведомства ликвидировали, другие создавали, отменяли, вновь создавали. И сейчас, значит, якобы человек Путина, Козак, разработал очень мудрую, значит, какую-то систему. Это они министерство объединили, это они, так сказать, ликвидировали, эти слили и так далее. Ну, я думаю, всем это известно. О чем идет речь? Чем они занимались? Они занимались реформой управляющей структуры, и все. А где мы спрашиваем, вы знаете, какие факторы действуют на нашу страну? Вы понимаете, что есть глобальная политика, товарищ Фродков с Козаком? Вы знаете ее методы, способы? Вы знаете роль религии в этой политике? Нет, нет, что, это религия сама по себе, мы сами по себе. Значит, вектор цели, куда летит страна, назовите нам. Они так и не знают, то есть они все строят правовое государство в рамках правового поля и так далее, то есть всю ту же дуристику повторяют. По какой концепции? Какая концепция? У них этого понимания ничего нет. Организовать контроль и наблюдение, их всех уже из всех регионов просто посылают куда подальше. Они создали себе иллюзию, как те, так и сейчас эти создают иллюзию управления. И поддерживать работоспособность не могут, то есть все чиновники погрязли во взяточничестве и так далее. То есть все реформы, и бывшие, и нынешние, они касаются чего? Реформы структуры, то есть они все занимаются 1/7 частью полной функции управления. Поэтому мы говорим, ребята, ничего у вас не получится. Потому что для того, чтобы управлять, если вы хотите управлять страной сами, вы должны управлять по полной функции управления. Если вы этого не знаете, пишите заявление об уходе и уходите. И не мучайте ни страну, ни народ. Вот и вся сказка про белого бычка. Вот что дает понимание достаточно общей теории управления. И таким языком с ними надо и говорить. Уже надоело просто. Значит, с этими, не знаю, как их назвать. Мучают страну людей, азов не знают. Концепция управления или целевая функция управления в прикладной математике. Вот целевая функция управления, это есть этап полной функции управления. То есть, что она себя представляет? Вот есть вектор целей, вектор текущего состояния, есть вектор ошибки. Так вот, целевая функция управления, она определяет информационный поток, информационное воздействие на процесс. Как сделать, чтобы сказка стала былью? Как сделать? Как осуществлять? Какое информационное воздействие осуществлять на то, чтобы реализовать выставленные цели? А если у тебя целей нет, текущее состояние ты не понимаешь, концепции управления нет, какой ты управленец, все они крутые там из себя, ничего не из себя, абсолютно пустые люди, которые не знают азов управления, им за парты надо сесть и учить вот это все, что уже студенты в вузах это им преподают, студентам, а наши министры, они этого ничего не понимают, ходят как надутые пузыри, все из себя крутые. Значит, ну, внизу, вот здесь все, что написано,
Я думаю, не будем сейчас это рассматривать. Здесь речь идет о контрольных параметрах. То есть, кого более детально интересуют эти вещи, значит, можно в концепции общественной безопасности посмотреть. То есть, здесь описан механизм контроля. Вот, то есть, по каким подконтрольным параметрам можно отслеживать, правильно ты действуешь, неправильно ты действуешь и так далее. То есть, оценивать вот вектор текущего состояния. Способы управления. Надо знать, что существуют три способа управления. Первый способ – это структурный способ. Второй способ – бесструктурный. И третий способ – комбинированный. Вот обыденное сознание, оно, вообще говоря, имеет представление только о структурном способе управления. И абсолютное большинство людей, даже руководители, они только вот знают, что вот структура. Есть начальники, есть подчиненные. Начальник говорит направо, налево, копай, закапывай. Вот это вот управленец. А то, что существует бесструктурный, для многих это такое откровение, что... Так вот... Они, тем более, они не понимают этих методов бесструктурного управления и так далее. Структурный способ управления, вот типичным примером является армия, вот где я служил. Там как? Вот я был командиром полка. То есть, информация управленческая, она циркулирует в специально созданной структуре до начала процесса управления. Ну вот пример. Есть командир полка. У него есть заместители, начальник штаба, там, общий заместитель по вооружению, по тылу, там, по воспитательной работе. Значит, есть всякие службы, там, начальники тыловой, финансовой и прочими всякими службами. Есть подразделения в зависимости от структуры полка, значит, ну, общевойсковой полк, там, структура батальонов. Ну, неважно, то есть подразделения, где батальон состоит из рот, роты из взводов и так далее. Есть подразделения обеспечения, разведки, связи там, то есть много чего. Есть столовые, бани, медпункты, склады там, пожарные команды. Вообще говоря, многие считают, что вот офицеры там, командиры, и, да, это какие-то. Нет, я вам скажу, что вот в частности у меня опыт управления очень богатый, и многие, почему генералы вот идут в управленцы, они знают весь круг вопросов, начиная вот от портянки и кончая космическим аппаратом. И котельные, и медпункты, и столовые, и автомобильную технику, и все. Так что многим губернаторам, которые там кроме купи-продай ничего не знали, тут мы еще нос утрем, еще будь здоров. Почему мы в концепции общественной безопасности и говорим, что офицерский корпус может быть... на переходный период тем корпусом, который может взять на себя ответственность за управление страной. Так вот, там информации как? Вот ты даешь команду, да, и, значит, говоришь там, сделай то-то, вызвал командиров, поставил им задачу, командиры подразделения вызывают, значит, командиров там рот, командир роты, значит, вызывает командиров взводов, ставит им задачу и так далее. И доходит до рядового Сидорова, и Сидорову говорят, Сидоров, в атаку, вперед, марш. А он говорит, не хочу, у меня нога болит. Ну, то есть, это шутка, но смысл-то в чем? То есть, информация распространяется в заранее созданной структуре. И вот это всем понятно. Если взять производство, есть директор завода, он вызывает, значит, начальника цеха какого-то и говорит, Иван Иванович, вам надо, вот, значит, сделать то-то, то-то там, значит, соберите людей, значит, отремонтируйте мне то-то, то-то и так далее. Значит, вот это понимают управление, понимают, вот это структурный способ управления. То есть структура существует до начала решения какой-либо задачи. Что значит бесструктурный способ управления? Это когда человеку не говорят... направо шагом марш, но создают на него такое информационное состояние, когда человек якобы сам принимает решение и делает то, что мне надо. Во вводной лекции мы уже с вами рассмотрели примеры бесструктурного управления, это вот в частности слухи, да? То есть, ну я повторю тот же пример, чтобы не мудрствовать лукаво. Значит, мы вот с товарищем предпринимателем живем в Тюмени. Торгуем мукой, мука залежалась, надо ее срочно сбыть. Задача стоит сбыть муку, ее там червяки начали есть. Значит, а муку не покупают, что делать?
Выходим на остановку, где люди собрались, вон на автобусную там рядом с этим зданием. Человек 50 ждет автобуса. Разыгрываем сценку. Петя, что Вася, ты слышал новость? Какую? Да, говорят, через 2 дня мука в 10 раз подорожает. Все ушки на макушке и по домам. Зина, Маша, ты слышала? Все, через 2 дня нашу муку, и не только мука, лапшу, макароны, все это скупят. Это мы с вами уже проходили за годы перестройки, реформ сколько раз. То есть, смотрите, что мы сделали. Мы никому не говорили, покупайте нашу муку. Но мы создали такое информационное состояние, когда все сделали то, что нам надо. То же самое бесструктурное управление, это астрологические прогнозы. Телевизор, в телевизоре глобализатор Глоба, и он говорит, завтра львам и львицам, скорпионам и скорпионшам очень выгодный день для покупки или там обмена ценных бумаг. Все. Значит, это не значит, что все побегут менять эти бумаги, но 80-90% по закону нормального распределения сделают именно это. На это и расчет. То есть, вообще говоря, управление через закон нормального распределения – это сильная штука. Вот. И после этого может разразиться финансовый кризис. То есть, о чем идет здесь речь? Информация, наделенная определенной мерой, вбрасывается в общество на множество элементиков. И элементики ведут себя вероятностно предопределенным образом. Вот после этого, то есть, смотрим на эту картиночку, что здесь происходит. Вот бесструктурный способ управления. Заранее созданной структуры нет, а происходит безадресное, циркулярное распространение информации в среде. Ну, мы начнем вот с нижнего рисуночка. Он наиболее характерен, а потом посмотрим, и это, кстати, тоже выход на понимание, ну что ли, работы Бога, как Бог осуществляет управление процессами. Ну, пока вот с нижнего начнем. Вот планета Земля. Вот кто-то вбрасывает в общество людей вот сюда. Он вбрасывает и сюда, на другое общество. Вот этим он говорит. Аллах Акбар. И эти ведут себя как автопилот, они летят, значит, по истинам, которые им говорят. А этим говорят, Иисус воскрес. И эти тоже себя ведут, вероятностно, предопределенным образом. Или говорят, Карл Маркс и Роза Люксембург – лучшие люди человечества. То есть, они формируют вот так безадресно распространение информации, то есть, учения, которые овладевают умами людей. И этими умами овладело одно учение, а этими людьми овладело другое учение. Тот, кто создал такое информационное состояние, в нужный момент возбуждает ненависть одних к другим, бах-трах, христиане воюют с мусульманами. То есть произошли религиозные стычки. Сами произошли. Масло подорожало. Понимаете? То есть вот. Значит, а в результате чего это? Без структурного управления. А поэтому теперь смотрите, в мироздании-то что? Какая информация циркулирует? Множество колебательных процессов. И эти все колебательные процессы оказывают воздействие на биосферу планеты, в том числе и на человечество. И эти колебания, они же есть, день-ночь от Солнца, лучики Солнца, вспышки и так далее. То есть, что это такое? Это тоже безадресное распространение определенной информации в среде. Значит, управляемыми параметрами здесь и контрольными параметрами в этом процессе являются вероятностные характеристики процесса. То есть, управление ведется не так вот, что... Так, вот этот элементик, ты подними руку, ты опусти руку, значит, ты подними ногу, а ты там ложись или так далее. Управление осуществляется таким образом, что вероятностно предопределенно будут, абсолютное большинство будут делать то, что мне надо. Вот это называется по-научному вероятностная предопределенность. То есть я окажу такое информационное воздействие, когда множество людей будут вести себя так, как мне надо. Пример.
Пуч 91 года. Вот те, кто его организовали, они знали, что в советской армии весь начальствующий состав халуи и лизоблюды у вышестоящих начальников. И поэтому не найдется ни одного смелого офицера, командира, который поднимет и будет, и пойдет, так сказать. В это время в Москве можно было, специалисты говорят, одним батальоном все решить. Но не нашлось этого батальона. Почему? А потому что вероятностно предопределенно посты в армии занимали кто? Те, кто халуи или заблюда, то есть то же самое происходило и в партии. Кто становился партагеноссы? Значит, Горбачевыми там и прочими. Те, кто лебезили перед вышестоящими начальниками, и они поднимались. А тип психики определенный, вспоминайте. А тот, кто знает, вот как это все делается, он и говорит, да не волнуйтесь, никто не пошевелится. Более того, прежде чем это делалось, было тестирование различное. Значит, как это? Ну, это предмет отдельного разговора, мы тоже к этому подойдем. Значит, рассмотрим. То есть сначала те, которые вот управляют общественными процессами, они делают некий тест. Ну, в частности, да чего уходить, давайте сейчас можно ответить. Вот по телевидению идет тестирование, то есть вбрасывается какая-то вообще идея и смотрит реакцию, позвонит кто, будет возмущение, не будет возмущения. Ага, русские проглотили, давай дальше их чморить, вот и все. То есть понимает, кто не понимает, поэтому мы и вот наша газета «Мера за меру», и вот вообще все, что происходит вокруг концепции общественной безопасности, мы такие вещи не пропускаем. Мы реагируем на все тесты, и мы говорим, ребята, мы понимаем все, что вы делаете. Все эти Соловьевы, Познеры, там, Сванидзе и прочие. Значит, как это манипулирует, как идет тестирование. А это специально, это вот и есть та агенты мирового закулисья, которые выполняют четко поставленные задачи по тестированию. В том числе и политиков, когда их приглашают к барьеру, или там в зеркало, или еще куда-то. Им задают вопрос, они эти горбушки лепят, и они видят, ага, да он ничего не понимает. Поэтому Соловьев так нагло себя ведет к этому барьеру, когда издевается над, и над тем, и над другим, так сказать, лохами, которые выходят. А он их разводит просто как щенков, значит, в этой передаче. Вот. Это вот тестирование идет, в том числе и на таком уровне. Опросы общественного мнения, то же самое. Значит, понимают они что-нибудь или не понимают. Поэтому с этой точки зрения, вот, например, наши отношения вот парадоксальные, когда все это знаешь и разбираешься в этом. Вот сейчас многие патриоты говорят, какие они нехорошие, что приняли закон о референдуме, теперь народ не может свое волеизъявление выразить. Ну а давайте зададимся вопросом, а народ понимает, что происходит? Вот если вот в таком разорванном на части, когда можно сманипулировать сознанием народа, то есть его можно подготовить к принятию такого действия, которое, и мнения, которое будет действовать против своего народа же. То есть, как у Игоря Талькова песня про расстрелянного генерала, помните? «Ты пошел воевать за народную власть». Со своим же народом. В Испании что было? Было национальное правительство, народное правительство. Его смели. Руками кого? Самого же народа. Организовали подрыв электропоездов, помните, да? Выгнали народ толпы на улицы. Долой! Чего он там понимает в управлении? Ничего не понимает. Долой! И смели они национальное правительство, национально ориентированное, и руками народа поставили интернацистов, которые действуют в интересах мирового закулисья. Вот вам, так сказать, эти референдумы. То есть без знания теории управления бесполезно вообще о чем-либо говорить. То есть это глупости самые настоящие. Поэтому мы говорим, надо дать людям вот эти знания, чтобы люди не были заложниками тех, кто манипулирует их сознанием. А для этого всего надо знать и дать людям азы вот эти вот элементарные, что я говорю, о каких-то сложных вещах заоблачных, что ли, заумных. Ну и комбинированный способ это... Значит, применение того и другого в совокупности.
Значит, пример управления лидером, вот пример бесструктурного способа управления. Вот мысленно представьте, что на этой картинке представлено. Вот левый берег, правый берег, дно, река, вода течет по реке. Наверху летит щепка, плывет в пене волн. На щепке стоит лидер и кричит во всю горло: «Я подниму Россию с колен!» Народ на берегу смотрит и думает: «Во крутой Вольфович! Во дает! Умница-то какой! Чего говорит?» А чего он говорит? А говорит он вот чего. Значит, вокруг лидера, как всегда, есть советники. Много всяких. Среди них один-два советника, ну, их называют тайный советник вождя, который, так сказать, шибко грамотный, в очках, так сказать, умный, много знает, много читал, и он дает вождю мудрые советы, дает ему что-нибудь новенькое, чтобы блеснуть перед народом, перед толпом, значит, советы. А откуда он берет эти советы? Он что, сам, что ли, выдумывает? Нет. Уходя из области служебных отношений, он переходит домой или где там, в область внеслужебных отношений. А там есть такие тусовки, вот которые очень хорошо еще Лев Николаевич Толстой описал в романе «Война и мир». Вы помните, там салон мадам Шерер, значит, куда приходили все аристократы, и вот они там потягивали коньячок, курили сигары и обменивались всякими, значит, новостями. И авторитеты там вещали какие-то мудрые мысли. Значит, и вот эта шушера, которая набегала со всех сторон, она черпала эти новые мысли от авторитета вывески, будь то профессор там, или какой-то доктор, или там ученый, или еще кто-то, литератор, поэт, неважно кто. Значит, авторитет вывеск, и он оглашает там какие-то новые веяния, значит. Этот слушает и потом бежит, и эти новые веяния, вот лидер это озвучивает. А откуда он, этот авторитет, берет? А оказывается, вот то, что дальше нарисовано, это вот открылось после открытия архива, в том числе КГБ. Оказывается, есть, значит, до 10-14 звеньев доходит, что передача вот этой информации, веяния и так далее, значит, это есть вот опекун авторитета. И этот опекун через систему, цепочку определенную, черпает эти сведения, новости из клана, знахарского клана. То есть вспоминайте вот ту пирамидку. Помните там, значит, вот эта, значит, верхняя пирамидка. То есть кланы знахарей, которые выдают вот эти все новости туда наверх. Значит, одной концепции. И, так сказать, передается, значит, по цепочке, этот, значит, доносит их вывески, вывеска озвучивает их, этот несет, этот оглашает. Народ этого ничего не видит. Вот у Омара Хайяма есть прекрасная иллюстрация тому, что я сказал, вот этой всей схемы. Стихотворение звучит так. «То, что видим мы, видимость только одна, далеко от поверхности моря до дна». Полагая несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Вот управление такими лидерами, вождями, в том числе вот Лукашенками, там, Гитлерами и прочими, это вот из этой серии, значит, как отошляется управление. Ну, кстати, мы в концепции говорим так: ага, если вы можете так вот отошлять управление, то почему мы не можем, противодействуя вам, точно так же такую же цепочку создать до вождей и лидеров? Ведь важно донести информацию. И обратите внимание, вы многие знаете, что уже многие журналисты, да, лидеры, они говорят, наши пользуются нашей терминологией, в том числе вектор цели, там, концепцию управления, устойчивость и так далее. То есть прорывается. Вот, а нам того и надо. Почему? Потому что люди, они все это дело начинают воспринимать. И тот, кто знает концепцию, нам уже многие говорят: а что это они вашим языком говорят?
А почему? Потому что для них-то это новенькое, они же нажаренные, готовы. То есть, скажем так, конкуренция называется. Вот один журналист, другой журналист. Этот выпендрился, а этому же тоже хочется выпендриться второму. А чего? А у него ничего нет. Он бежит, где новенькое? А, вот эти говорят что-то интересное. И он это выдает за свое. Я же умный. То есть, ну и ради бога. То есть, а озвученная информация, она же воздействует на людей. То есть он передал информацию, которая нужна нам. А с нашей точки зрения, а какая разница, кто ее сказал? Петров, Иванов, Сидоров. Она овладевает умами людей? Овладевает. Это хорошо или плохо? Хорошо. Поэтому они, сами того не понимая, работают на нас. Те, кто понимает, они нас замалчивают. Но им не удержать, потому что конкуренция называется. Вот. Поэтому вот как действует бесструктурное управление. Поэтому, зная вот эту схему бесструктурного управления, можно ее использовать. Значит, так, чтобы вот это руководитель предприятия какого-то. И у нас уже масса таких примеров по стране, когда вот это мы назвали перехватом управления. То есть, неважно, нам-то, у нас другая цель, другая концепция, поэтому нам не важно, кто будет наверху, а важно, что будет делаться, ну, на благо общества. Дальше надо знать, что режимы управления. И вот здесь представлены режимы управления, какие балансировочные и маневры. Вот что значит балансировочный режим? Это когда система, она балансирует в пределах, ну, допустимого предела верхнего и нижнего. Ну, то есть вот это, если касается, ну, какой-то технической системы, то вот она отклоняется в пределах допуска, так называемого, там ее колебания. Ну, например, если говорить так, самолет. Вот он летит в коридоре, и вот он, его курс отклоняется, вот так далее. Если, например, значит, двигатель, его шумы, вот они тоже в пределах там колеблются, какие-то колебания. То есть верхний предел, нижний предел. Когда выходят за пределы, это уже ненормально для системы. То есть балансировочный режим, когда система нормально идет, функционирует в пределах допуска. Что такое маневры? Маневры, они бывают, вот здесь нарисованы, сильные и слабые. Это когда система переводится из одного балансировочного состояния в другой балансировочный режим. Значит, и вот здесь представлен сильный маневр, который делается за короткое время. А вот здесь слабый маневр, когда перевод из одного балансировочного режима в другой балансировочный режим переводится за длительное время. Ну вот вроде картинки такие там сложные, какие-то загогулины, кривули. А я вам сейчас поясню это на примере истории нашей России. Вот наша страна, Россия, была в балансировочном режиме под управлением царя-батюшки. Причем столетиями. Потом решили перевести страну, значит, Россию, из-под управления национальной буржуазии и монарха в другой балансировочный режим под управление транснациональной интернацистской мафии. И на это потребовалось где-то, ну, лет 150-100. То есть это был длительный, слабый подготовительный маневр. Он завершился сильным маневром Октябрьской революции. Бах-трах, и за несколько дней страну перевели вот в другой балансировочный режим. То есть, как правило, вот по отношению к социальным системам, перевод, ну вот стран, народов идет некая подготовка, потом на завершающем стадии резкий, значит, сильный маневр. Если теперь говорить о нашей перестройке, то что? После управления страной Сталиным, когда мы были в балансировочном режиме построения справедливого общества, да, нас через безмозглых пропустили этих Хрущева, Троцкиста, Брежнева, там, Горбачева и так далее. То есть готовили. Если вспомните, сколько лет готовили? После 1953 года до 1985, когда перестройка началась. Сколько? До 90. Почти 40, тоже как
евреев по пустыне водили, значит, под руководством Никиты Сергеевича и так далее. Значит, вот, водили, а завершилось это все что? Перевод от справедливого общества, от, так скажем, от скрытого толполитаризма к явному толполитаризму. Как? Сильный маневр в августе 91-го года, помните, да? Бах-трах, и под руководством, значит, Горбачева с Ельциным, ГКЧП, и проснулись мы уже в другой стране. То есть вот вам примеры этих маневров. Поэтому сейчас что делают? Опять они готовят вот слабый маневр через партии. Я к чему? Это не просто так. Когда вот знаешь методологию и видишь общий ход вещей, тогда они что? Готовят народ к жесткому фашистскому варианту, о чем мы говорили, да? То есть все эти взрывы по всей земле, в том числе у нас, значит, либо, а поскольку варианты многовариантные, то опять они, смотрите, куда гнут. К восстановлению марксизма. Почему? Потому что марксизм-то им нужен. Но они марксизм модифицируют под социал-демократические партии. Зюганова долбают и будут переводить руководство вот этими людьми на социал-демократию. Что такое режим социал-демократии? А это промежуточный вариант под фашистский режим. Почему? Потому что социал-демократия, она предполагает решение частных задач. То есть социал-демократы говорят, люди, рабочие, мы будем заботиться о вас. Надо заботиться о чем? О повышении зарплаты, там, о льготах каких-то, еще чего-то там, выплаты всякие, пособия, лишь бы кардинально не менять вот эту систему. Вот что социал-демократия. Но поскольку социал-демократия не может изменить общего хода вещей, то она терпит крах. Под руководством социал-демократов все рушится, и страна подводится к восприятию фашизма. Гитлер-то как? На основании чего пришел? После социал-демократии, которая довела Германию до ручки, и народ с радостью воспринял фюрера. Вот то, что по отношению к нам готовят. Поэтому вот это тоже надо знать. Значит, режимы управления, они определяются вектором цели управления. Вот после этого, то, что мы с вами рассмотрели, можно вспомнить и о пяти видах власти. Значит, во вводной лекции мы говорили о том, что нас с вами лохотронят, говоря о трех независимых ветвях власти, законодательной, исполнительной и судебной. И я вам на примере вот левой руки говорил, вот это палец концептуальная власть, это идеологическая, это законодательная, исполнительная и бессильная судебно-следственная власть. Ну и там это было, так сказать, немножко на эмоциональном уровне, что вот законы изобретаются на базе идеологии и так далее. Теперь через полную функцию управления, смотрите, как это четко, еще более полно и ясно будет выглядеть, что именно пять видов власти существует. Итак, есть полная функция управления, мы ее уже с вами прошли. Она из семи пунктов. Первое – опознавание фактора среды, который воздействует на систему. Формирование стереотипа распознавания фактора на будущее. Формирование вектора цели управления. Формирование концепции управления. Организация структуры, которая будет все это делать. Контроль за деятельностью. И поддержание в работоспособном состоянии. Вот. Поэтому, чтобы все это реализовать самому, какие власти должны быть? И смотрите, концептуальная власть, ее задачи, она распознает факторы, которые воздействуют на общество, она формирует вектор целей в отношении каждого фактора, и она формирует концепцию управления достижения этих целей. Вот откуда мы говорим концептуальная власть, и почему у нас ее нет в нашей стране. Потому что мы и не знаем, и куда летим, да, и что делаем, и какая цель, и так далее. И концепцию управления, потому что нет у нас ее. А что такое концептуальная власть? Она автократична по своей природе. Значит, и она игнорирует все демократические процедуры. Ей плевать на все, что там большинство, ячейка постановила. А может, ячейка ошибается.
Ведь большинство это не значит, что это правда. Иногда один человек может выступать против всех, но он прав. Как определить? Это мы еще тоже выйдем на этот вопрос. То есть большинством ничего не решается. Но эта концепция нехорошая. Она говорит, что ячейка постановила. Большинство баранов подошло к урнам, опустило бумажки. Все. Это вот демократия. Большинство же выбрало, вот. А то, что это большинство охмурили за счет оболванивания информационного, об этом они не говорят. Понимаете, они это скрывают. Поэтому концептуальная власть – это произвол. Но произвол либо нравственный, либо безнравственный. Сейчас торжествует какой произвол? Безнравственный. Сатанинский произвол. А мы говорим против вашего безнравственного произвола. Мы противопоставим свой нравственный произвол. И посмотрим, чья возьмет. Поэтому концептуальная власть, она автократична. А дальше власть что? Что такое власть? Вот все говорят, власть это что, бирка на кабинете, что ли? Ельцин, что ли, страной правил? Да нет, все это знают. А кто? А правит тот, кто вкладывает идеи в умы тех, кто управляет. То есть власть – это реализуемая способность управлять на практике, а не декларировать свои намерения. И поэтому не обязательно иметь бирку на твоем кабинете. Но если ты реально управляешь, поэтому мы говорим, что наша партия уже реально, и концепция общественной безопасности, управляет общественными процессами в обществе. И в этом смысле мы концептуальная власть, которая несет определенную концепцию жизнь в общество. А дальше что? Идеологическая власть облачает концепцию в притягательные для людей формы. Вот чем сейчас я конкретно занимаюсь, вот мы вместе с вами, все здесь присутствующие. Мы создаем кинофильм, да, учебный. Для чего? Чтобы люди это все воспринимали. Что это такое? Это мы облагаем вот концепцию, да, в притягательные для людей формы, разъясняем, что это, как, почему. Вот и все. А дальше что? Законодательная власть, она подводит под концепцию юридические нормы, формы. Исполнительная власть притворяет концепцию в жизнь, а судебная следит за порядком. Вот вам 5 видов власти, исходя из полной функции управления. То есть мы теперь вышли на вот этот кулак, помните то, что мы во вводной лекции это рассматривали, 5 видов власти. Не просто так, значит, на основании чего вырабатываются законы, а мы вышли на это понимание через полную функцию управления. Ну вот здесь нарисован на этой схеме кулак. Вы видите, вот это олицетворение концептуальной власти, это идеологическая власть, это законодательная, исполнительная. И мизинец – бессильная судебно-следственная власть. Вот. Теперь, завершая вот эту главу «Достаточно общая теория управления», мы говорим об управлении человеческим обществом в целом. Что здесь получается? И вот опять смотрите, есть человечек, значит, который управляется обществом. Общество управляется Бермудским треугольником, значит, вот законодательная власть, исполнительная и судебная, то есть госорганы, они управляют обществом. А законы, исполнительная и судебная власть, они управляются. С одной стороны, сейчас сатанинский замысел жизнеустройства, вот их идеологическая власть. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Вот вам, пожалуйста, она реализуется чего? Плюрализм. Все могут выражать свои мысли, много мнений может быть. Поэтому, значит, много концепций управления, множество богов, выбирая любую партию. То есть вот вам этот плюрализм. Он реализуется и в Думе в нашей, и так далее. Значит, плюрализм это реализация чего? Реализация принципа разделяй, стравливай, властвуй. То есть каждая партия отстаивает интересы части общества, и все партии между собой скубаются, ругаются, на выходе ничего не получается. Вот. Поэтому мы говорим, что надо замкнуть управление через
иерархически наивысшее объемлющее управление, то есть божеский замысел жизнеустройства, прекратит этот идиотский, значит, плюрализм, значит, и выйти, замкнуть обратную связь через, опять-таки, иерархически высшее объемлющее управление. Это позволит вывести человечество на планете Земля на устойчивый режим управления. После небольшого перерыва мы продолжим и будем рассматривать следующие основные положения достаточно общей теории управления. Перерыв.